Первый вокзал в Кубинке построили из дерева еще в 70-х годах 19 века. К столетию Бородинской битвы на его месте возвели новый, уже из кирпича. Постепенно он приобретал привычный многим вид. Перед международным форумом «Армия-2020» привокзальную площадь решили благоустроить. Заменили плитку, отремонтировали навес, обновили фасад здания вокзала и надземный мост. Но спешка отразилась на качестве работ. Справедливо совершенно пишут, что все хотели благоустройства, гнали, армия закончилась и все бросили. У нас такого не должно быть. И мы, как я уже сказал, скорее всего, сейчас по этой территории тоже постучимся и в российские железные дороги, если не получится, тогда сами будем доделывать. Цемент на плитке, погибшие кустарники, люки выше уровня уложенной плитки. Подрядчик еще не покинул объект. Все недочеты обещает устранить до конца ноября. Это надо ликвидировать. И они готовы, соответственно, реконструировать фасады. Вот, в частности, там дальше будет еще фасад от следующего торгового центра. А вот это вот слева тоже непонятно. У них есть проект, Андрей Ильич, мы им два раза уже давали этот проект, они почему-то его не делают. Назад в 90-е торговые центры на привокзальной площади Кубинки как будто не тронуло время. Разговоры о современных подмосковных стандартах с собственниками ведут давно, но к переменам готовы далеко не все. Дал поручение активно заниматься со следующей недели этим вопросом. Для начала я всех приглашу к себе, всех собственников. Еще раз покажу ту концепцию развития центральной площади, которую мы разработали. И если будет после этого опять недопонимание и бездействие со стороны владельцев этих объектов, ужасных зачастую, то, как я уже сказал, мы начнем активные действия. Предписание, судебные иски и возможное изъятие земельных участков – это крайние меры. Они пойдут в ход только в том случае, если договориться с собственниками не получится. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».